где город Самана, за нами небольшой мост на другой остров. Так, всем привет, мы сейчас едем к пасти дьявола, и мимо мы по дороге проезжаем каменоломни. Мы остановились, чтобы немножко их поснимать. Вон экскурсия на багах приехала. Она. Нет, техника заброшена. Сейчас попробую заглянуть в ту дырочку. CF. Что бы оно означало? Да, мрачновато так, я вам скажу. Вырезали блоки в скальной породе. Но это не мрамор, это что-то другое. Не знаю, что. Вот такая гора, она изнутри. Брошенные инструменты, брошенная техника. Вырезали вот такие вот блоки. Она за руль села. А вон еще один вход. Так, сейчас мы поедем дальше к пасти дьявола и посмотрим на нее. Там козы слева были. Веришь, что надо здесь? Вот такая, ребята, дорога ведет к пасти дьявола. Так что, если вы слабонервны, сюда вам лучше не суваться. Ну, нормальные люди поехали на баге сюда, а мы поехали на машинке. А на том пляже солнце садится очень быстро. Каменоломни, по-моему, здесь уже недалеко. Да нет, оно. Тут получается дорога еще хуже.
людей были. Левый прям над боком и заезжайте. Машина наша бедненькая, хорошая. Ты потерпи немножко, все, это была самая плохая дорога, чтобы поехать. Наша путеводная звездочка решила прокатиться. Так, лево, право? Лево. Одним на бордюр прям заезжай полностью, сколько можно. Добрались мы, ребята, до пасти дьявола. Дорога была непростая. И вот что мы получили в результате. Да, здесь есть парковочка с туалетом. Вот она, парковка. Договорились за $1, не знаю. Вот берег моря. Сейчас пойдем посмотрим на пасть дьявола. Она уже стоит там. А я заснял. Ни хрена себе. А ты говоришь слабо. Кто-то гуляет. Смотри, какие скалы. Так, ребята, мы на машине как-то умудрились доехать до пасти дьявола. Дорога была ужасная. Я там поснимал. И теперь от пасти дьявола где-то
В одном часе ходьбы находится пляж знаменитый Фронтон. Yeah.